На площадь флага пришли сегодня студенты экономико-технологического колледжа СГУ. Пришли, чтобы поддержать традицию праздника. Даже заранее подготовили яркие плакаты. Ну а потом приступили к тому, ради чего, собственно, и ушли с пар. Давай, давайте! День объятий был организован в 1986 году в Америке, затем распространился по всему миру. Но сказать, что он прижился в России, нельзя. Только в присутствии нашей камеры сегодня студенты обнимали друг друга, но подойти к незнакомым людям они не решились. Ребята так и говорят, праздник-то нравится, но менталитет у нас другой. Поэтому веселились между собой, вызывая улыбки прохожих. При объятиях люди обмениваются душевным теплом. Дружеские прикосновения, по мнению медиков, даже повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина. Обниматься с девчонками – это круто. Сейчас пойдем гулять. Да, да, кушать. Будем радоваться, кушать. У нас поднялось настроение. Мы увидели людей, которые обнимаются. Это очень весело. Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. Так что можно распахнуть свои объятия и помочь другу сегодня в рамках Международного дня объятий. Есть версия, что авторы такого дня – сами студенты. Они проводят различные флешмобы, посвященные этому празднику. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.